впредь никогда не появляйтесь передо мной. И не звоните мне. Если вы сегодня свободны, мы могли бы поужинать вместе где-нибудь. Что скажете? Может, показать ее психологу? Что скажете, мамочка? Когда вы ушли, для меня все уже обесценилось. Она согласна! Теперь все узнают о наших отношениях. У нас нет другого выхода. Все, что ты знаешь о своей жизни, это все ложь. Ты хочешь знать истинную правду? Азиз, кажется, тебе нравится эта девушка. Что ты говоришь? Почему она мне нравится? Не хочется верить твоим словам, но не могу. Я не обязан тебе доказывать. Скажи, поможешь мне или нет? Говори. Нет. Я не буду в это вмешиваться. Я тебе во всем помогу, но не в этом. Пожалуйста, не проси меня. Если Мардона Кья пришел к такому мнению, мы не можем это изменить. Хорошо. Это твое последнее слово? Да. Ладно. Азиз, ты сам себя обманываешь. Этим ты ничего не добьешься. Совершаешь ошибку, Азиз. Ты только обманываешь сам себя. Я многое сделал для компании. Я потратил на это много лет. И что в итоге? Да, и ты обещала найти какой-нибудь выход, но ничего не придумала. Ты же хотела спасти нас в этой ситуации. Ведь нам дали один день. Что можно сделать за такой маленький срок? Ладно, Зарина. Все, не вини себя. Во всем виноват я. Слушайте, может, будет лучше отступить, как вы думаете? Я не желаю этого. Но ты права. Может быть, действительно будет лучше поступить именно так. Не переживайте. Сегодня я буду рядом с вами и поддержу вас. Зарина, слава Богу, что судьба дала мне такую спутницу. Я тоже рада, что встретила вас. Идем. Фруза? Я вас слушаю. Что-то у тебя хорошее настроение. В чем дело? Да нет, ничего. С кем бы ты ни переписывалась, он тебя очень рассмешил. Сегодня я хочу встретиться с Ясуром.
Зачем мне это говорите? Потому что мамы нет дома. Если вдруг она придет, ты ей скажешь об этом, хорошо? Ладно, я пойду к себе в комнату. Приведу себя в порядок. Счастливо оставаться. Да, слушаю. Алло. Джасур? Афруза? Зачем вы хотите встретиться с Ясминой? Валикум ассалом. Как ты? Мне не до приветствий. Зачем вы хотите с ней встретиться? Афруза, мы об этом договорились с Ясмин. Несколько дней назад. Я не хочу, чтобы вы с ней встречались. Афруза, ведь я обещал. Не ставь меня в неловкое положение. Пожалуйста. Афруза! Я рада за тебя, сынок. Горжусь тобой. Большое спасибо, мама. Ты бы только знал, какое это счастье. Видеть рост, успех своего ребенка, сыночек. Ты меня поймешь, когда у тебя самого будут дети. Дай бог, мамочка. Дай бог. Умар, а где та девушка? Асия. Она где-то здесь, на работе. Позвать? Нет, не надо. Но хочу тебя предупредить, не скрывая от тебя. О чем? Я хочу поговорить с Асио с глазу на глаз. Мама. Не переживай. Я ничего не скажу ей. Просто поговорю. Я вам верю. Конечно, верь, сынок. Пришли эту девушку ко мне. А сам выйди под каким-нибудь предлогом. Я хочу узнать поближе свою будущую невестку. Ну вы даете, мамочка. Да. Алло. Алло, Асио. Да, слушаю. Ты подготовила документы? Да, подготовила. Можешь принести в мой кабинет? Сейчас принесу. Хорошо. Сейчас она придет, мамочка. Ладно, пусть придет. Ох, мама, мама. Ой, Шапа. Да, дочка. Я хотела выйти на улицу. Хорошо. Ты не забыла список покупок, которые нужны? Да, взяла. Не беспокойтесь, я не забуду. Когда вернешься? Вернусь через 2-3 часа. Хорошо. Только не задерживайся, чтобы не было замечаний. Не беспокойтесь. Ладно, я пошла. Всего доброго. Всего хорошего. Ладно, счастливо. До встречи. Хорошо. Thank you.
Омараке. А где Омараке? Умар вышел по делам. Сейчас придет. Ладно, тогда я оставлю эти документы. Дочка. Я мама Умара. Я знаю. Извините, ассалам алейкум. Добро пожаловать. Не обращайте внимания. Я немного заволновалась и забыла поздороваться. Валейкум ассалам, ничего страшного. Доченька, садитесь, пожалуйста, поговорим. Хорошо. Не стесняйтесь, садитесь. Как вы, дочка? Не устаете из-за работы в компании? Спасибо, все хорошо. Отлично. Мы поговорили с Умаром. Я в курсе ваших отношений. Он вас очень любит. Дочка, ваша семья живет в Ташкенте? Нет. Я единственный ребенок. Мои родители умерли несколько лет тому назад, к сожалению. Да. Я выросла у родственников. Извините, доченька, пусть земля им будет пухом. Аминь. Вы кажетесь хорошей девушкой. Может, встретимся где-нибудь в другой раз. Поговорили бы по душам. Что скажете? Не знаю, как это будет выглядеть. Будет очень хорошо. Ладно, как вы скажете. Спасибо. Как говорит Умар, о ваших отношениях никто на работе не знает. Да, пока не знают. Это хорошо. Дочка, Умар очень преданный парень. Если он любит кого-нибудь, то любит по-настоящему. В этом отношении я считаю себя везучей. Мама? Ой, извините, мне выйти? Нет, мне пора идти. Так быстро? Не буду отвлекать вас от работы. У меня тоже есть дела. Тогда я вас провожу, мама. Нет, удачи в работе. Вечером увидимся. Я сама провожу. До свидания. Что у вас за настроение? Что случилось? Глаза прямо горят от радости. Я только начал чувствовать, как прекрасна жизнь. Что вы говорите? Как вы это почувствовали? Последнее время я слышу много хороших новостей. О чем? Пусть пока это будет секретом. Придет время, и я скажу. Джессор.
Мне очень хочется узнать. Скажите. Я придумал несколько планов. Скажу только это. А когда это осуществится, увидишь. Что это за планы? Расскажите о них. Я же сказал, что не скажу. Значит, не скажете? Нет. Вы испытываете мое терпение. Я ведь сказал, придет время, скажу. Хорошо. Не хотите, не говорите. Я тогда пойду. Как-нибудь созвонимся. Пусть ваш отец выздоровеет. Рада, что ему сейчас лучше. Очень приятно. Спасибо. Слава Богу. Скоро сюда должна прийти моя мама. Ты не обидишься, если я останусь здесь и буду ждать ее? Я не могу тебя проводить. Нет, я и сама могу идти. Ну ладно, до встречи. Ладно. Счастливого пути. Пока. Наконец-то ты кое-что поняла. Слава Аллаху. Как долго я ждала этих мгновений. Ничего не случится, если я еще немного подожду. Прекрасно. Афруза, что ты здесь делаешь? Я пришла к Мардону. Ты с ума сошла? Ты хочешь все расстроить? Я звонила вам несколько раз, никто не отвечал. Поэтому хочу увидеться с ним. Хорошо, зачем ты его спрашиваешь? Он обязан мне все объяснить. Ради бога, идем отсюда. Убери руки. Говори, что случилось. Он отправил мне странное сообщение. Сообщение? Что за сообщение? Вот, посмотри сам. Это сообщение пришло вчера. Откуда ты знаешь, что это прислал Мардон Аке? Кто это может быть, если это не он? Скажи. Азиз. Я сейчас же должна его увидеть. Ну, хватит. Возьми себя в руки. Сейчас все решим. Сейчас же я позвоню ему. Вы были здесь, да, Бехрузаке? Да, здесь. Могу присесть? Ладно, садись. Что случилось? Что-то вы неважно выглядите. Почему-то тяжело на душе.
Почему? Что стряслось? Не знаю. Какое-то нехорошее предчувствие. Как будто случится что-то неприятное. Не думайте о плохом, Бехрузаке. Бехзад, сейчас будь еще осторожнее, хорошо? Вы не беспокойтесь за это. Но почему вы вдруг стали об этом думать? Я долго думал. Я думал о том, что нам делали в последнее время. Почему-то вокруг странная тишина. Я не могу объяснить, что происходит. Вы думаете, что они придут в любой момент? Да, думаю об этом. Даже если придут, надо составить план и помешать им. Да. Надо хорошенько подумать. Нужно действовать, пока не раскрыли тайны прошлого. Я всегда рядом с вами, Бехрузаке. Не переживайте. Мы не оставим их без наказания. Спасибо. Будешь что-нибудь есть? Нет. Ответьте мне на мой вопрос. Я жду. Что ты хочешь? Говори. На самом деле, вы чего хотите? Вы прислали мне странное сообщение, потому что я не хочу работать с вами? Что за сообщение? О чем ты говоришь? Это вы у меня спрашиваете? Я не писал никакого сообщения. О боже, опять ложь. Слушай, уходи и не зли меня. Иначе я не отвечаю за себя. Если не вы, то кто? Кто тогда написал? А? Наверное, прислал какой-то твой враг. Слушайте, Мардонаке, держитесь от меня подальше. Мне нет дела до вас. Не вмешивайтесь в мои дела. Если вы что-нибудь предпримете против меня, то увидите перед собой совсем другую Афрузу. Ты закончила? Закончила. Надеюсь, вы поняли. Если закончила, убирайся отсюда. Не подавитесь. Увидь собственными глазами мою победу. Сестра, заходи, Мафтуна. Как настроение? Все хорошо?
разве не видно по моему лицу? Вы кажетесь очень радостной. Сегодня я встречалась с Диасуром. О, и о чем же вы говорили? Он был очень счастлив сегодня. Знаешь, ты бы видела, как он был рад. А я рада, что он счастлив из-за меня. Очень рада. Сестра, вы не ошибаетесь? Он мне сказал, что у него есть какие-то планы. И что он мне расскажет о них когда-нибудь, когда придет время. Мои мысли запутались. О чем ты думаешь, Мафтуна? Знаешь, он точно мне сказал, что любит меня. Диасур Акеа, да? Да. Конечно, Диасур. Он, по-моему, изменил свое мнение. Теперь я его никогда не упущу. Скоро мы с ним встретимся. Сейчас. Зарина? Что ты здесь делаешь? Нам надо поговорить. Я иду к Мустафо. Сейчас не могу с тобой говорить. Поговорим сейчас. Эй! Слушай меня, Зарина! Что ты делаешь? Ты что врываешься в мой дом, а? Я тебе говорю, подожди! Стой, говорю! Я никогда не сдамся. Никогда не проиграю. Ну вот, проиграла ведь. Признайся уже. Проиграла ли? Но я не проиграю. Поняла? Я Зарина. Ты посмотри-ка, Зарина. Ты все закончила? Ну-ка убирайся из моего дома. Я не такая, как ты. Я не прячусь за спину своего мужа. Зарина, замолчи и уходи из моего дома. Иначе я не отвечаю за себя. Что? А что иначе? Ты меня сдашь в милицию? Позвони, звони давай. Хочешь, я сама позвоню. Кажется, ты немного не в себе. Что с тобой? Все не так? Выходи из моего дома, уходи, я говорю. Потом поговорим. Мне надо поговорить сейчас же. Я тебе еще раз говорю, Зарина, уходи! Не зли меня! Если наша доля переходит к Мустафо, нам надо сейчас же переговорить. Поняла? Поговорим сейчас. Бехрузаке, как чувствует себя Мустафа? Намного лучше. Он же наш партнер. Нам надо проведать его. Я поговорил с ним. А ты звонила Фариде? Да, конечно. Поговорила с ней. Ты сегодня ходила в офис? Да. Ходила. Хотела вас предупредить, но не смогла дозвониться до вас. Я познакомилась с девушкой по имени Осьё. Я же вам говорила, Умару нравится эта девушка. Это помощница Умара? Да, да. Я познакомилась с нашей невесткой, и мне она очень понравилась. И что дальше? Что было? Кажется, хорошая девушка. В общем, она мне понравилась.
Хочу как-нибудь пригласить ее на ужин, чтобы познакомиться поближе. Знаете, вы что скажете? Хорошо. Дай бог, чтобы все было хорошо. Я верю в тебя. Спасибо. Пусть все будет хорошо. О чем я говорила? Из-за тебя я забыла, что говорила. Потому что ты не в своем уме. Да, вспомнила. Слушай меня. Я управляю Али. Без меня он совершенно никто. Он и сам об этом знает. Потому что я все учитываю. Я Зарина. Я во всем должна быть первой. Что ты много болтаешь, Зарина? Уходи отсюда! А ты останешься в тени Мустафо. Всегда будет так, как скажет Мустафо. Господи, дай мне терпение, боже мой! Ты знаешь, что это означает? Что же? Что ты ни на что не годишься, Фарида. Замолчи. Ты ненужная женщина. Эй! Я это могу открыто сказать тебе в глаза. Слышишь? Убирайся из моего дома! Что не нравится? Заткнись! Этот дом тоже выбирал, наверное, Мустафо, да? Все здесь на его вкус. Ты посмотри. Правильно. А ты не можешь в это вмешиваться. Потому что у тебя нет вкуса. Замолчи, я тебе сказала. Да, я первый раз в твоем доме. Может, угостишь чем-нибудь? Посмотрим, какой у тебя вкус. Эй, слушай, не заходи в мой дом. Я тебе говорю, стой! Да, слушаю. Я не хочу, чтобы вы с ней еще встречались. Афруза, Ясмина просто мой друг. И раньше так было, ты же знаешь. Да, знаю. Но теперь я не хочу, чтобы вы встречались с ней как друзья. Ладно, если ты хочешь этого, не буду встречаться. Сегодня я встретился с ней, потому что обещал. Афруза, пойми меня правильно. Сейчас подумайте о том, как поднять мне настроение. Обязательно подниму твое настроение. Ты не переживай. Сегодня после того, как ты отключила телефон, я подумал, что же делать, и нашел выход. Я жду. Слушай, уходи отсюда. Я тебе говорю. Ты посмотри на эту посуду. У тебя совсем нет вкуса. Такую я даже на кухне не использую. Ты мне еще за все ответишь, поняла? Ты можешь только говорить. А я делаю то, что говорю. Ты этого не поймешь. Я сейчас же вызову милицию. Заткнись, я сказала тебе. Ты никогда не будешь выше меня, слышишь? Никогда. Меня зовут Зарина. Я в жизни никогда не проигрывала. И не проиграю. Зарина, довольна. Выходи. Пошла прочь из моего дома. Где же ты, Зарина? Почему не поднимаешь трубку? О,
заходите, заходите. Наконец-то вы пришли, Алиэфенди. Мы вас ждем. Пожалуйста, проходите. Не стесняйтесь, проходите. И Фарида хотела прийти, чтобы увидеть эти мгновения. Почему-то опаздывает. Ладно, потом отпразднуем с ней. Ну-ка, распишись. И поскорей закончим. Мафтуна, ты еще не спишь, дочка? Да, что-то не спится мне, тетушка. Уже поздно. Я доделала все дела по кухне и поэтому опоздала. Ты тоже иди спать. Хорошо. Приятного отдыха, Шапа. Хорошо. Спокойной ночи. Спасибо. После подписания этого документа с компанией тебя ничего не будет связывать. Этим ты передаешь все свои права и обязанности мне. Что ты там ищешь, не понял? Разве можно вам доверять? Я смотрю, не добавили ли вы что-нибудь другое? Наконец-то я избавлюсь от тебя. Убирайся, говорю тебе. Слушай, ты врывалась ко мне домой. А я не имею права, что ли, тебе врываться? Знай свое место. Ты что, с ума сошла, что ли? Что ты несешь? Ты не в себе сейчас. Выходи из моего дома. Я выйду из твоего дома, когда захочу. Кажется, ты не хочешь выходить по собственному желанию. Я сама тебя выведу отсюда. Отпусти. Выйди. Выйди, я сказала. Отпусти, я убирайся. Сказала. Убирайся. Отпусти. Убирайся, меня. Говорю. Ты какое кем себя возомнила? Право толкать Уходи меня. Отсюда! Отпусти меня! Пошла прочь! У тебя нет никакого права толкать меня, поняла? Какое ты имеешь право, а? Уходи! Уходи, я сказала! Отпусти Уходи, меня! Нахалка! Зарина!